Сотрудники пресс-службы МВД Покрачево-Черкесии провели урок безопасности в профильной смене летнего лагеря для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. В доступной форме детям была доведена информация о правилах безопасного поведения на улицах и в интернете. Также о том, как не стать жертвой злоумышленников. Как себя вести, если к вам обращаются незнакомые люди? Кому обращаться за помощью в таких случаях? Также ребятам раздали памятки об основных правилах поведения и защите от мошеннических действий, чтобы они всегда были под рукой. Напомним, что профильная смена под названием «Выбор за тобой», а в детском оздоровительном лагере «Гранд Виктория» – результат плодотворного взаимодействия Министерства внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Карачаево-Черкесии. Одна из основных задач полиции, в том числе, является профилактика преступлений и правонарушений с участием несовершеннолетних. Закончился учебный год и начались длительные летние каникулы, а значит, самое время напомнить ребятам правила безопасного поведения. Урок придуман специально для того, чтобы дети знали и могли применить правила личной безопасности. Игровая методика подачи материала особенно эффективна и помогает прочнее запомнить информацию. Подобные мероприятия ежегодно проводятся на протяжении всех летних каникул.